Modern Talking на мировую поп-сцену с альбомом Back for Good в 98-м. Уже через год группа выпускает следующий альбом с новыми песнями и два сингла, один из которых Sexy Sexy Lover. Интересно, что поклонники этого немецкого дуэта сразу отметили некую симметричность альбома первого и второго периодов творчества Modern Talking. Особенно отмечают схожесть названий синглов из второго альбома, так сказать, старого периода Sherry Sherry Lady и нового периода Sexy Sexy Lover. Ну а похоже ли звучат эти песни, решайте сами. Sexy Sexy Lover прямо сейчас.